Начинается матч за третье место в серебряном плей-офф. Лукойл и Зарубеж не встречаются. И Лукойл по своей доброй традиции снова поражает не ворота, а каркас ворот. Ну, пришло время Лукойлу забивать. Я напомню, в группе Б три матча они провели. Два ничейных результата, но без забитых мячей и одно поражение. И в полуфинале серебряного плей-офф поражение со счетом 0-2 от «Газпромтранс». Хотя могли и должны были забивать как минимум 2-3 мяча уж точно. Ну, выход 1-1. Вратарь здесь сыграл очень надежно. Ну, его основная заслуга в том, что правильно занял позицию ворот. Снова неплохая стеночка. Наброс на Мадьярова. Здесь с приемом мяча все в порядке. Зарубеж нет. Мы их стороной не обошли. У них 3-2 поражения в группе. 0-3, 0-2. И ничья со счетом 0-0. Так что на групповом этапе они тоже не забивали. Но, да, и не забили, соответственно, Меридиан Энерго. Зарубеж нефть и Лукойл встречались в группе. Ничья со счетом 0-0 была фиксирована. Так что, ну, в этом матче уж кто-то из них забьет точно. Если не в основное время, то в серии пенальти. Как минимум один гол на себя Зарубеж нефть или Лукойл запишет. Он, может быть, сейчас получится забить. 3-2. Так, а да, первый гол Лукойла. Поздравляем мы красных. Не зря они приехали на наше соревнование. Мадьяров пытается набрать ход на фланге. Сайф ждет передачи. И хорошее забегание сейчас было в его исполнении. Браво, браво,
нарушение правил было замечено арбитром. По нарушениям правил счет 1-1. И второй гол Лукойла. Здесь сразу ошибка и вратаря, и защитника. Лукойл наконец решил разразиться забитыми мячами. Ну и 0-2. Зарубежнефти нужно срочно каким-то образом менять игру. Ну, здесь вариантов, конечно, немного. Тем, что же делать. Чтобы снимать вратаря, выпускать полевого игрока, здесь нужны очень четкие действия всей остальной четверки. Абсолютная точность в передачах. Быстрота действий. Я думаю, что зарубежник все-таки не станет рисковать таким образом. И третий мяч пока они пропускают. 0-3. Пустые ворота, вот так издевательски Лукойл забивает еще один гол. 4-0. Ну, сейчас Лукойл за все прошлые матчи назабивает. Ни одного удара в сторону Зарубежнефти нет. Лёшка, золото. Там надо выбрать защитника, вратаря, нападающего. А вот это вот или от золота? Золото, конечно. Дальше, дальше. Сюда, мальчик. Ну, главная интрига матча, сумеет ли отличиться Зарубежнефть. Исаев отвечает на этот вопрос. 1-4. Встреча команд на групповом этапе не порадовала нас забитыми мячами, но зато какой результативный получается борьба за третье место. Матч за бронзу, напомню, мы смотрим. 1-4. 30 секунд играть в первом тайме. 9 минут грязного во втором. И последняя чистая минута. Можно забивать и 3, и больше. И сразу бросает в чужую штрафную голкипер. Зарубежнефти, угловой удар. Не получается пробить на последних секундах. Перерыв.
Второй тайм. Лукойл и Зарубежнефть. Счет 4-1. 5 мячей было забито за первые 10 минут. Искренне надеемся, что в таком же темпе будут команды продолжать. Саев может быть еще один забить. Пока чуть выше. Контратака за рубеж нефти. Мадьера намекал, что нарушили против него правила, но судья фол не усмотрел. Три в два. Хватает за рубеж. Штрафной увидим в исполнении Зарубежнефти. Два человека отправлены в стенку. Это сейчас показывает, куда нужно двигаться. Интересное решение вратаря. Удар! Голкипер вернулся и ворота закрыл. Неточная передача. Можно было делать намного нежнее. Очередная возможность у Лукойла забить. Ну и опять в каркас. Опять взятие ворот не зафиксировано. Мадьяров 1-1. И защитник уже вернулся. Высоковато Мадьяров мяч отправляет. Шесть минут до финального свистка остается у Зарубежнефти. По две минуты на один забитый мяч. Если все три гола случатся, то увидим мы серию пенальти. Мадьяров. Он продолжает оставаться у чужой штрафной и не возвращается к себе в оборону. Смысла в этом никакого особо нет. Головой. Удар. Вратарь очень плотно мяч зафиксировал. Thank you.
Еще один стандарт. Рубеж нефти. Ну, как-то с угловыми не ладится у них сегодня. Мадьяров. Хорошую скорость набрал 10-й номер и сам забивает 5-1 с учетом оставшегося до финального свистка времени. Скорее всего, это, ну, уже точный ответ на вопрос, кому же достанутся бронзовые медали. Втроем против одного защитника идет Лукойл. Еще один выход. Вторая попытка забить при выходе втроем на одного защитника. Здесь успевает Исаев. Мадьяров мяч головой за рубеж нефти. По-моему, Лукойл уже не боится угловых соперников. Ни одного опасного момента со стандарта не создали. Брагар. Его не упрекнуть в пропущенных мячах. Здесь вина исключительно защитников. Очередной провал в обороне за рубеж нефти. Идет уже последняя минута. Ну, главное Лукойлу, что время идет. Им 30 секунд стоять, дождаться финального свистка и забрать бронзовые медали. Больше им уже ничего не нужно. Четвертое нарушение правил у Лукойла за 13 секунд до финального свистка. И нас еще ждет финал. Матч, в котором сразятся Меридиан Энерго и Газпром Транс. Там, я думаю, зрители тоже уверены в том, что много мячей будет забито.
хороший остроумный навес. И под финальный свисток шестой гол может забить Лукойл. И не забивает его. Все, победа, тем не менее, со счетом 5-1.